Доброго времени суток. Приветствую вас на канале Best ICO. Сегодня хотел бы я вернуться еще раз к проекту Horizon. По-русски звучит это как горизонт, горизонт. Это современная платформа, ориентированная на внедрение прогрессивных технологий для комфортного существования и развития общества. В данном случае Горизонт является интернет-провайдером беспроводным на территории Бермудских островов. В данный момент жители Бермудов испытывают огромные трудности с интернетом. Там его в буквальном смысле нету. То есть, если он и есть, то скорость там настолько низкая, что люди не могут нормально общаться даже просто в соцсетях, отправлять друг другу фотографии и так далее. Для решения этой проблемы как раз таки и приходит проект Горизонт. Соответственно, перспективы развития представлены в техническом документе. Он доступен на официальном сайте компании. Вот мы видим это white paper. Нажимаем и видим. Итак, Horizon Communication. Здесь видим предисловие, содержание. Далее, что нам обещает команда проекта. После того, как будет совершено успешный сбор средств, он будет успешным, так как прогресс идет очень быстро, инвесторы не дремлют. Сразу после завершения сбора средств, буквально в течение нескольких месяцев, Горизонт планирует уже начать работу, начать развитие своей сети интернет. При этом в проекте рассказывается, что для того, чтобы обеспечить покрытие всех Бермудов, всей этой территории, необходимо минимальное количество вышек, что тоже не может не радовать. Соответственно, вышки стоят очень много денег, но команда Горизонт имеет в своем вооружении такой проект, такие технологии, которые позволят минимизировать эти расходы, но при этом увеличить пропускную способность, увеличить скорость интернета. В конце 2018 года, 2019 уже планируется развить скорость до 300 мегабит в секунду. Жители этого региона могут только мечтать об этом. Соответственно, конкуренты, которые имеются на Бермудском треугольнике, на Бермудах, конкуренты еще долго как бы не смогут развиться. Ну и в принципе они этим не занимаются, они только занимаются сбором денег за интернет, который в принципе не работает, жители недовольны. Как Горизонт планирует привлекать клиентов? Привлечение будет за счет различных компаний. Одна из них очень интересная, еще мало кто применяет такое в мире, в мировой практике. У Горизонта будут специальные фургоны ездить по территории, будут приезжать в населенные пункты. Вот, кстати, мы видим фотографии. И люди могут просто приходить и пробовать, испытывать, как работает интернет компании Горизонт, и соответственно принимать для себя решение, что им нужно подключиться к этому провайдеру. Соответственно, буквально в первый же год уже компания Горизонт планирует перетянуть к себе большую часть
клиентов. По финансам получается, что в первый этап будет продано 15 миллионов токенов с бонусом для инвестора 30%. Но сейчас идет приват-сейл, пресейл, мы видим, 60% бонуса можно получить. Соответственно, сейчас самый интересный момент для входа в компанию. Осталось 11 дней. Вот. Распределяться токены будут следующим образом. Это 10% токенов уйдет на предпродажу, 60% на ICO продажи, 16% выделено команде проекта Горизонт, 10% на развитие деятельности компании, 3% на рекламу, на баунти, на адвизоров. И 1% направлен на благотворительность. Благотворительность, мало кто, если честно, вот сколько я ICO проектов рассмотрел, на благотворительность никто не выделяет средства. Вот Горизонт один из, скажем так, первых, кто поддерживает благотворительные фонды, и это тоже большой плюс. Вот. Ну, для принятия решения, соответственно, инвестировать или нет, я вам рекомендую, повторюсь, ознакомиться с белой бумагой, с техническим документом. Для себя я выводы сделал. Смотрим цифры 60%. Понимаем, что Бермудские острова — это перспективное место для развития интернета, если его там нет сейчас совсем. Соответственно, токены компании Горизонт будут только дорожать, расти. Всем удачи, до свидания.